Re, viss ēters ir te. Покорять космические дали теперь смогут и латвийцы. Европейское космическое агентство объявило набор астронавтов. Заявки начнут принимать с 31 марта. Выберут лучших. В этом отборе Европейское космическое агентство ищет астронавтов двух категорий. Одни будут работать на полную ставку. Это так называемые карьерные астронавты для долгосрочных, больших миссий, в том числе для полета на Луну. Другие — это астронавты для проектов не на полную ставку. Они будут участвовать в каких-то конкретных миссиях. Участвовать в отборе приглашаются не только мужчины, но и женщины. Впервые будут рассмотрены заявки от людей с инвалидностью. Кандидаты должны быть гражданами, иметь степень магистра естественных науках и 3 года опыта работы, а также хорошее здоровье в соответствии с требованиями для пилота 2-го класса. Свободно владеть английским языком, дополнительные языки – это плюс, в том числе и русский язык. Прием заявок пройдет с 31 марта по 28 мая. Затем кандидатов ожидает 6 этапов отбора, среди которых психологическое тестирование, медицинская проверка и индивидуальное интервью. Результаты объявят в октябре 2022 года.